Сегодня интернет-канал «Булаковский репортер» следит за деятельностью молодой гвардии. Активисты города Булакова вышли на улицу в пакет социализма, чтобы поздравить с Международным женским днем бабушек, девушек и мам с праздником 8 марта. Наше Булаковское отделение занимается благотворительной акцией, то есть мы девушкам дарим в честь 8 марта цветы, делаем общую фотографию. Вы есть ВКонтакте? Да. В интернете? Да. А мы вам тогда сейчас дадим хэштег. Данный хэштег поможет вам найти все фотографии с акции. А Булагвардия спешит поздравлять. Милые родные, с праздником у вас! С 8 марта счастья вам, здоровья, любви! Будьте всегда счастливы, активны, неравнодушны! Дорогие дамы! С Международным женским днем! Дорогие девушки, милые дамы, любящие нас, мамы и бабушки! В этот прекрасный день, 8 марта, мы хотим вас поздравить с Международным женским днем. Пожелать вам позитивных эмоций, побольше улыбок, радости, счастья. С праздником!